Ну что ж, леди и джентльмены, не устали еще от банбанычей? Вот я, если честно, уже потихоньку начинаю уставать. Думаю взять небольшой перерыв, и давайте-ка вы напишите в комменты, как вы к этому относитесь. Ну а пока я все-таки продолжу расследовать тему банбанычей. Тем более, что я еще не разобрался с секретами новой главы. Я что-то как-то ее прошел и совершенно забил на тот факт, что во время главы я находил гребаные кассеты. Еще я, кстати говоря, пропустил целую кучу записок, но я с ними ознакомился. И ничего прям мега интересного я в них не нашел. Но вот кассеты это интересно, и мне действительно интересно будет их посмотреть. Правда, я не хочу заново всю игру проходить, поэтому я их сегодня посмотрю на ютубе, и ко всему этому посмотрю на все игровые секреты и все штуки, которые я не смог обнаружить. К примеру, я не пошел в ту самую темную комнату, где сидело гигантское стрёмное существо, кто помнит, тот помнит. И мне интересно, что в этой комнате находится. Поэтому давайте не будем затягивать и сразу приступим к делу. И, собственно говоря, видос этот начинается с игровой концовки. Если вы в конце игры будете стоять в самом начале, то вы увидите, как вылезает Джош. Серьезно? Я просто сразу втопил, сразу на спидранычах побежал, потому что обосрался. Но оказывается, если там постоять, там Джош вылезает. Вот это интересно. Дальше не очень интересный процесс побега у нас будет. И, собственно говоря, после того, как вы избавитесь от Джоша и Бамбалины, первый секрет, который вы обнаружите, это Нап-Нап. Я этот секрет обнаружил, я действительно вернулся, проверил и смог увидеть его. Я, правда, не знал, что это прям секрет. И сразу после этого там второй секрет, там слизняк сверху вылезает. Я его тоже обнаружил. И мне в комментариях написали, что многие его не заметили, что это вообще секрет секретный, но... Как его можно не заметить, учитывая, что там надпись практически под потолком, я не знаю. Но вот такой вот интересный секретик. Далее секретные предметы, которые вы можете найти в игре. Я секретные предметы не нашел, я в принципе их и не искал. И первый секретный предмет как раз таки будет у нас находиться в этой комнате. Я его заметил, но я не захотел туда прям глубоко заходить. Это у нас шапочка вот эта вот. И еще там что-то есть вроде как. Да? Нет? Там ничего нет? Серьезно? Я думал, там, если пройдешь еще дальше, еще будет какой-то секретный предмет. Ну и дальше у нас секретный предмет будет как раз-таки рядом с этими птицами, судя по всему. Я не видел там никаких секретов. Какие там секреты можно обнаружить? Я даже бегал по этой локации, искал секретные предметы и ничего не нашел. Блин, сейчас скример будет. Вдруг это троллинг какой-то. Что-то у лопастей? Что? Автор этого видео пытается мне показать. Что? В этой тьме была шапка? Это шутка? Как ее нашли? Как ее можно было найти? Ну, просто можно тогда в рандомную часть карты вот так вот носом тыкаться в надежде что-то обнаружить. Вот видите, там темное пятно под пушкой. Там точно есть шапка. Да, ближайшая шапка будет там, не правда ли? Нет, я ее вижу, кажется. Подождите-ка. Нет, шапка в другом месте, но я ее опять же вижу, вот она. Чувак такой, есть, я нашел секрет, ой. Но я не заметил эту шапку, но она в таком очевидном месте, как я мог ее не заметить? Возможно, я подумал, что это декор, хотя на самом деле, если быть уж совсем честным, я вообще на нее внимания не обратил. Здесь есть секрет, да ладно вам. А, кассета. Но я эту кассету не брал, потому что там Нап-Нап на вас прыгает сверху. И тебе как бы в тот момент, когда на тебя прыгает эта синяя мразь, не до кассет. Вот уж поверьте. Но он собрал эту кассету, и проиграть ее, к сожалению, здесь нельзя. Там нужно возвращаться в первую локацию. И это, если честно, странная система. Дальше у нас что? Кстати говоря, эта система удобно реализована в Poppy Playtime. Там кассеты и недалеко от них проигрыватели. А здесь только один проигрыватель, вот в самом начале. И там у нас Банбаныч лежит. Страшная кассета. А я думал, там будет какой-то сюжет, озвучка, лор. Получается, Банбаныча держали в заперти. Вот что он такой злой. Но это и так было очевидно, на самом деле. Из происходящего, из записок. Из его отношения к нам. Ха. Ну, помните, он говорил, что ха-ха, и вот раньше ты бы стоял за стеклом, как в зоопарке. А теперь вот я буду стоять за стеклом, и ты будешь как мартышка для меня. И вот здесь он, видимо, в образе мартышки. И сейчас скример какой-то будет. Эта кассета просто показывает лежащего Банбана в течение 2 минут. Это тоже шутка какая-то. Я думал, здесь будут прям мега-секреты, раскрывающие вот так вот лор. Чтобы вы охренели все. Но нет. Просто показали лежащего Банбана. Ленивая кассета. Очень ленивая. Вам нужно всю локацию пробегать, чтобы ее посмотреть. А в кассете просто Банбан валяется. Ну дизлайк, если честно. Ну камон, чел.
Кассеты в Poppy Playtime поинтереснее были. Раз ты стыбзил фишку Poppy Playtime, так реализуй ее поинтереснее. Чтобы людям понравилось, чтобы люди лайк влепили. Мне, если честно, вот первая кассета не понравилась. Возможно, здесь еще вот десятки кассет. Хотя, по-моему, я находил вот еще одну на паркуре. И получается, еще одна где-то валялась, я точно помню. Так, куда он дальше бежит? Что он вообще делает? Он собирается открывать какую-то секретную комнату в данный момент. Что? Так, вот это уже интересно. В игре, получается, есть какая-то секретная комната, о которой я не знал, и где она будет находиться. Он вернулся в локацию с этими чувачками. Как их там звали? Боже мой. Капитаны Фиддлсы? Фиддлсы их звали. Разноцветные Фиддлсы. О, он вернулся в это место! Все-таки в этой тьме что-то есть. Да? Так, он пошел во тьму. И ничего не происходит. Может, туда дроном надо заехать? Это интересно. Но я думал, что если подойти ко тьме, то вас сразу схватят. Но нет, вас не хватает. Это интересно. Еще раз пушкой, точняк. Он взял фейерверк в той комнате, принес к этой пушке и воспользовался им. Это гениально. Вот это всем секретам секрет. И там какая-то карточка. Карточка для красной комнаты. А где красная комната? И кнопка. Ну, наверное, красная комната как раз здесь есть. Просто нужно включить освещение. А может, там будет тот огромный чел или бан-бан? Блин! Мне сейчас реально стало интересно. Куда? Куда он телепортировался? Он на кнопку-то нажал? Что за внезапная обрезка? Какого черта? Ладно, предположим, он нажал на кнопку дроном. И, видимо, открылась красная комната. А, так она тоже в первой локации, судя по всему, да? Главное, он оставил, как он катается вот по этим мостам, и не оставил момент нажатия на кнопку. Это же самое интересное, чел. А вот здесь еще один секрет я пропустил, но я о нем уже говорил в роликах. Там у нас стоял как раз-таки нап-нап сзади, а я на него внимания не обратил. Да, красная дверь. Я уже и забыл про нее, если честно. Она как-то стерлась из памяти. Что будет за этой дверью? Так, сразу ставлю на паузу и изучаю. Тип номер 5, кейс номер 3, кейс номер 6. Кейс номер 3 помечен как голос. Это, видимо, откуда исходит звук. И кейс номер 6 — это место, где у них находится сердце. Слева у нас какие-то компьютеры. Смотрим, что дальше будет. Я вообще, если честно, не понял, к чему эти подписи. Компьютеры пустые, там даже нету мышки, клавиатуры, действительно. Зачем они нужны? Просто мониторы. И так пойдет. Они сенсорные, не парьтесь. Вот он как раз изучает и бам-бам-бам-бам. Что это у нас такое? Подтвержденные персонажи, неподтвержденные персонажи и раунд 56. Что за раунд? Возможно, была какая-то игра. И победили у нас Бан-Бан, Бан-Балена, Медуза, Фиддлс и Опила. Окей. Посередине, видимо, судили их Джош и Слайм. Либо они вообще не играли, либо они ни туда, ни сюда. А проиграли у нас как раз-таки Нап-Нап и новый персонаж, которого мы еще не видели. Так, это интересно. Там три записки, я слева правильно понял? Целых три? К чему вот эта штука? Я надеюсь, в записке будет описано. Мне, правда, придется их сейчас переводить экстренно. Ну ничего, я думаю, как-нибудь разберемся. Я согласен, что Нап-Нап просто ни в какие ворота не лезет. А ты можешь, пожалуйста, записки прочесть? Блин, нужно было это делать самому. Хотя слишком как-то запарно эту комнату открывать. Где нужно по локации бегать туда-сюда раза 3-4, и не то, чтобы этот процесс был веселым. Ох ты ж, матерь божья, сколько текста. Ладно, давайте я все это переведу и зачитаю вам. Если вы поставите лайкосик, а, вот мне приходится время тратить. Заслуживает лайка. Дорогой Усман, пишу вам, чтобы сообщить, что мы получили и оценили ваше возражение против нашего решения об ограничении количества дел для проведения тестов до 10. С 10 до 6. Мы коллективно решили, что не будем выполнять вашу просьбу и придерживаться первоначального решения по той причине, что мы просто не можем выделить достаточно ресурсов, чтобы воплотить в жизнь ваши прекрасные творения, если для этого потребуется столько времени. Это особенно верно, учитывая то, что было потрачено впустую с точки зрения ресурсов, с очень-очень медленным прогрессом, и особенно после недоразумений с случаем номер 19 и его подслучаями, которые стоили нам целое состояние. Мы на самом деле говорим об очень приличном случае. Клиенты расстраиваются, потому что мы не выполняем то, что было обещано, и получение судебного иска прямо сейчас не в наших интересах. Как бы мне этого не хотелось, гиваниум не растет на деревьях, и наши друзья
друзья на юге хотели бы заполучить его. Мы понимаем, что это может быть не та новость, которую вы хотели услышать, но так и должно быть. Используйте то, что у вас осталось, очень осторожно и посмотрите, сможете ли вы получить более презентабельные дела для предстоящего дня «Приведи друга». Таким образом, мы понимаем, что это не детский сад, это гребаный бизнес по выкачиванию из монстров какого-то вещества и его продажи. Это капиталистическая система разрушает жизнь. Ну, в принципе, это уже классика, на самом деле, для игр. Но это интересно, я не думал, что на самом деле они здесь пытаются денег заработать. Переходим ко второй записке. Я только что услышал эту новость, и она меня расстраивает так же, как и вас. Но я чувствую, что мы можем изменить ситуацию, если те 6, с которыми мы продолжим, окажутся успешными. Видимо, речь идет о делах. На самом деле, мы должны вернуть их обратно, если хотим, чтобы наш маленький секрет в подвале остался секретом. Я думаю, речь как раз таки о Банбане с той кассеты. Зольфиус может спать только в том случае, если никто не пойдет на расследование. Я думаю, что мы должны выбросить паука, лягушку и улитку. С пауком и улиткой все понятно, а что за лягушка? Вот это вот интересно. Возможно, речь идет как раз таки о том ковбое, точнее шерифе. Честно говоря, от паука у меня мурашки по коже. А если от него у меня мурашки, то и у детей поползут мурашки. Единственная цель лягушки — быть полицией в городе. Но если нет плохих парней, которых можно поймать, то и полиция не нужна. Да, речь о том самом шерифе. Получается, они от некоторых монстров просто избавлялись. Я разрывался между зеленым парнем и улиткой из-за последнего. Мне больше нравится улитка, но я чувствую, что она не понравится любому гиперактивному ребенку, так что давайте отпустим ее. Но, по крайней мере, нам предложили нарисовать их на стенах, чтобы не дать им забыться. Не унывайте. Получается, это прям полноценная бизнес-модель, если какие-то монстры, а точнее игрушки, или кто они там, я не знаю, маскоты не работают, от них просто избавляются! Эй, а каким образом избавляются? Я надеюсь, нам в третьей записке сейчас расскажут. Давайте мы тоже ее прочитаем. Это плохо. Это очень-очень плохо. Я только что переделал архитектуру за ямой для мечей, и чудо, что эта штука еще не рухнула. Этого едва хватает на то количество детей, которых мы записали в детский сад. Завтра у нас будет вдвое больше. Произойдет что-то очень-очень плохое, и мы должны быть как можно дальше отсюда, когда это произойдет. Мы долгое время были здесь на плохой стороне не тех людей. Если мы все еще будем здесь, когда все рухнет, это будет конец для нас обоих. Если не от рук разгневанных родителей, то от рук нашего начальства. Не привлекайте к этому делу чьего-либо внимания. Если только вы не желаете нам обоим большего невольного погружения в бездну. Такого места не должно быть. То, что вы здесь видели, не должно существовать. Жертвы, которые последуют в результате этой катастрофы, послужат только благу, который закроет это место раз и навсегда. У меня есть план на завтра, а пока просто собирай вещи. И вот это была самая непонятная записка. Из этой записки я понял только одно, что все очень-очень плохо, все разваливается, и все собирались свалить. И как раз-таки к началу игры все свалили. Пришел только один родитель, и мне непонятно, почему один. Там речь идет о десятках, возможно, даже о сотнях детей. И только один родитель пришел, чтобы во всем этом разобраться. По крайней мере, в игре мы не заметили никаких трупов. В игре мы не видели даже намеков на других людей, кроме директора. Хотя, возможно, в качестве директора у нас выступал Банбан. И кроме того чувака, который помогал нам как раз-таки через громкоговорители. Вот почему не раскрыли, что это за чувак, тоже непонятно. Но, опять же, возможно, это кто-то из монстров. Хотя я не уверен. Просто если Банбан и Банбалена умеют говорить, то, возможно, и другие монстры тоже умеют разговаривать. Возможно, это какой-то новый монстр или вообще медуза это самое нам подстроила все это дело. Кстати говоря о монстрах. Помните, мы такое лицо видели? Как раз-таки об этом лице упоминалось в записке до этого. И это лицо называется Зольфий. Я нашел страницу этого существа на Вики, и здесь описывается, почему он настолько странный. Почему это просто размытое лицо. Оказывается, это чистый гиваниум в чистом виде, который появляется из этой самой бездны. Я не совсем понял, что такое гиваниум и как именно они его добывают. Ну, очевидно, что, видимо, из существ. Но каким образом он появляется в этих существах, это загадка для меня пока что. Нужно еще разобраться. По крайней мере, в Вики написано, что гиваниум появляется, когда геном организма объединяется с этим самым гиваниумом. Только откуда берется чистый гиваниум, непонятно. Возможно, из этой самой бездны. И смешивание этого самого гиваниума с ДНК приводит к тому, что монстр приобретает те же черты и модели, что и донор. Например, Банбан очень умен, поскольку он представляет собой существо из гиваниума, смешанное с ДНК доктора Усмана Адама, который также считался чрезвычайно умным. Одна из теорий, которую можно подчерпнуть из всех заметок и отчетов об обновлении дел, заключается в том, что чистые гиваниумные монстры испытывают постоянную боль и страдания. Поэтому, когда вы смешиваете гиваниум с другим геномом, это уменьшает количество гиваниума, тем самым уменьшая боль. Монстр чувствует это, и гиваниум также плохо сочетается
сочетается с сложным геномом человека, тем самым рождая различных монстров. И получается, Банбан у нас получился из доктора, Банбалена, судя по всему, из воспитателя, Джамба Джош — это чистейший гиваниум, либо это была смесь какого-то очень злого человека, и вот в этой теме можно дальше разбираться, я думаю, третья глава должна все это дело окончательно раскрыть. Ну а мы тем временем переходим к последней секретной кассете. Она у нас находилась на паркуре, я ее нашел, и давайте мы на нее посмотрим. Там у нас вылепливается пластилиновый Джамба Джош. Серьезно? Ну что-то это кринж на самом деле какой-то. Ну типа, это, знаете, создание монстра Джамба Джоша, его оригин, так сказать. А, и вот они ему колят гиваниум или геном человека, черт его знает. Даже звук какой-то небольшой есть вроде как. И типа потом он появляется, создается монстр. Ну такой, а че он такой маленький? Было бы прикольно, если бы все-таки чувак нанял какого-нибудь аниматора и сделал бы огромного такого Джамба Джоша, чуваков в костюмах с огромным таким шприцом, и они ему в заднице. Хренак этот гиваниум. Было бы круто. Или было бы еще круче выяснить, что все монстры вот из чистейшего гиваниума появляются из реальной, из вот этой бездны. Сам гиваниум тоже появляется из бездны. И возможно в этой бездне люди пропадают, исчезают и творится полнейшая дичь. Теорий можно строить много. Свои теории вы можете написать в комменты к этому ролику. Также я надеюсь, вы уже лайкосиков под этот ролик набросали, но все же я хочу закончить его чем-то интересным. К примеру, тизером третьей главы. Возможно, там будет реально что-то прям вау. А то я как-то не обратил на него внимания. Он же уже в Стиме есть. Там даже скриншоты какие-то есть, правда, они вроде скучные, но мы тоже сейчас на них посмотрим. Ну а пока это 20 секунд двери. Нет. Серьезно? Это все. Божечки, кошечки. Я думал, хоть что-то интересное будет. Ладно, будем ждать тогда полноценного трейлера. Пока заглянем в Steam. Скриншоты здесь прям максимально скучные, причем пререндеренные, судя по всему, по крайней мере, выглядит это как пререндер. Здесь просто у нас вот такие вот надписи, которые ни о чем интересном прям не говорят. Есть надпись «Что я такое?». Вот интересный, конечно, вопрос. И вот это описание Steam тоже ни о чем интересном не вещает. Я думал, здесь будет какой-то спойлер к третьей главе, но нет. Там просто написано, мол, ты дальше погрузишься в недры детского сада, там будут тайны, что же случилось? Ты вот узнаешь совсем скоро, вот в второй главе не узнал, вот в третьей точно узнаешь, или в четвертой, может в пятой, или седьмой. Когда точно узнаешь, короче, не парься, этажей там еще 800 тысяч, мы Бэкрумсом вдохновлялись, если что. Но меня вот вдохновляют ваши подписочки, ваши комментарии, активность и лайкосики. И надеюсь, что вы еще не забыли, что с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся.